снял сцепление, но сцепление выжимное уже подсвистывает. Угу. То есть вот такие запчасти у нас. Недавно сменил головку, прокладку на головке. Так. Прокладку из такого больше, наверное, поставил впереди дисковые тормоза вентилируемые, потому что других не было в магазине. Александр Царев подписан на наш канал на YouTube. Вот недавно подписался, видимо, Александр. Мы тебе передаем привет, нам очень приятно, мы тоже подписались в ответ. Подожди, сука, мы далеко стоим, там такая гора охуенная есть. Вот если вот это вот уже работает, вот это. Это уже, считай, заебись. Ну, то есть тачку можно брать. Это можно брать, можно брать железно. Кстати говоря, нам предлагали недавно прорекламировать вот такие упоры. Что мы и сделаем? Это самый охуенный... Должно быть такое. Короче, что? По скорости аккуратненько включай, все включаются, все работают. Нежно. Ну, естественно. Ласточка моя. Нежно. Нежно. Не обижать. В штатном режиме машинка больше 4000 оборотов не видела. Понял. Увидит. Погнали. Слушай, что-то руль так легко крутится. Там вот. Что, электроусилитель? Нет, электроусилителя нет, гидроусилителя нет. Это задняя? Не попал, Электроусилитель, задняя единица. Электроусилитель шел на них. Какая прекрасная тачка, блядь. 2008 год. Чё, посмотри еще, блядь, куда я нахуй, блядь, собрал. На свою, блядь, педаль. Слушай, двенашка вызывает агрессию. Что, вдумайтесь? Фразу по жаре ну, да. Поворотники начинают хуево работать. Ебаная температура зависимая машина просто в натуре. Ну и долбоебов тоже, вот видишь, которые девочку не пропустили. Солнце мое, ну какого ж хуя-то, ты такая тупорылая. Ну если убрать все дребезжания вот эти адские. Ну это же, ты знаешь, Денис, болезнь спасается тут только чем? Сменой автомобиля. Проклеивание, именно в данном автомобиле. Только... Ну да, в два слоя желательно, блядь. Я считаю так, это хорошая первая машина. Слушай, она, ну, и хорошая, она хорошая и вторая. Да. Слушай, его, да? Да, как вообще туда попасть, да. Теперь только вокруг объехать? Нет, ну вот мы там повернем. На рынке. Видите, я тут сколько не живу, а все знаю об изменении схем движения. Потому что я кто? Чиновник. Чиновник. Ну, понятно. Так не важно, что сказал, чиновник. Единственный чиновник, который ездит на двенашке, блядь. Олег, ты что-то явно не так делаешь, нахуй, я тебе хочу сказать. Не, а я стопудово, это знаешь, типа вот у Воротникова, это Алькантара, блядь, а у Академика типа Кококо, а у меня хули типа вот это все время будет тогда фишка, что типа меня это так радует. Ну ты прям едешь такой в натуре довольный. Просто счастье без. Олег, ну. Ну на дом в Енисейске еще. Какой дом? Ты че? У нас там не. У вас землянки? Не дома, усадьба. Ты не забывай, там в доме кто будет? Слуга. А, ну естественно. Челядь. Холопы. Холопы. Поэтому тут не 300, тут 3 миллиона. Слушай, ну золотыми. А вопрос по цене дома, а кузнец далеко от тебя живет? Кузнец нормально живет. Далеко, недалеко, кузнец нормально живет. Слушай, если кому-то, если просто кто-то ищет двенашку, посмотрите вот видос, блядь, реально, должна быть эталонная. Ну как, ну вот это мы убираем. Не, ну это потом вот уберу. Вот это убираем. Вот это убираем. Идем к инси. Вот это нормально. Ну, естественно, чтобы про не все. Вызываем ЧС нахуй. Просто ногу сводит там сейчас, смотри. Пересесть и ездить на более комфортном автомобиле. Согласен. Главный минус русской машины. Я вам сейчас руль отпустил, ты видел? Главный минус. Оно прямо едет. Нифига у тебя реакция какая. Реально шумка вообще исправит ситуацию сильно. Шумка, да? Но смысл уже возникает. Ну да, если... То есть уже неохота вот такое вкладывать. Она вроде и ездит, и двигается, вот сменил то. А зачем в нее вкидывать еще и шумку сюда? Есть немного другая присказка, типа, нахуй делать шумку, если сабик уже куплен. Слушай, а почем сейчас можно взять вот такого уровня ее? Ну, блядь, для 4-го года рублей 110 будет она стоить. Ну, где-то 115-110. Ну типа Олег за сколько отдал ее?
За сколько бы отдал? Да, да. Ну вот я предположим завтра. 115 бы отдал, ну. За 115. Это ее цена. Крайне, крайне. Ну, блядь, 95 отдаешь. Ну, блядь, 120. Там в Енисейске пока разменять деньги, блядь, прикинь, ты приносишь хули серебро, пока в Сбербанке взвешивают, блядь. Пока пиздец. Потом там, ну, в обед кого-то весь весят, блядь, там надо пойти посмотреть. Поконтролировать. Да, в воскресенье он не работает, потому что, ну, извините, шабаш. Меня очень веселит. Все. Олег, Олег либо форель убивает. Либо я тебе на... Зачем тебе киянка-то с собой? Да, это даже типа, знаешь, ты этим даже никого не напугаешь, ты просто выбегаешь, типа, они думают, ебаный. Не бита. Не пистолет. Не, блядь, бич какой, просто с молотком, с резиной. Площадка на панель, смотри, какая. Но это не своя, да, это тоже похоже. Она просто покупная, и она охуенная. Ну реально, то есть это поле. Ну, учитывая, что бардачок в венчике, как бы, ну он, блядь, оставляет блядь. Да я бы не сказал. Я бы тоже теперь. Да. Нормальный бардачок. Нормальный прям бардачок. Прям нормальный бардачок, слово. Это хуйга тогда зачем? На ней Олег очень уверенно. А, смотри. Там своя такая, по которой все катается, да, видишь? Да, да. Типа здесь просто мякушка вот такая. Но. Но это удобничок. Если что, ну, как бы, маленько раз ее. И все. Короче, Олег, блядь, спасибо тебе большое за возможность прокатиться на автомобиле, который как будто только что съехал с конвейера. Ухоженный, красивый. Ну и да, и за 100 тысяч рублей это реально да. 115. Не хватит торговаться, конечно, вообще, блядь, мастер, да? Моя школа, знаешь. Пацаны, не забывайте про конкурс. Любой комментарий в поддержку нашей сборной. Поддержим наших. Хорошо. Знаешь, что вот в этой машине Черчесов? Вот она вся вот такая, а Черчесов это вот эти накладные ручки. Которые РФС, блядь, должен был снять, нахуй, месяц назад, блядь. Здорово. Ты вообще на какой новой машине хоть раз ездил за рулем? Я на всяких ездил, на новых. Ну, да. Да, потом просыпаешься обычно после этого и идешь, блядь, заводить свой сарай ебаный. Третий, тачка бро подряд снова, Жека. 720 или 790? 790. А чё не Веста, не X-Ray? Обзоры посмотрел, все обзоры Солярис. Поло смотрел. Ты прям новую хотел? Хотел, да, ездил, смотрел Поло Драйв, который... Потом Kia Rio новую смотрел. И вот Солярис. Дизайн понравился сам, и выгодное предложение мне очень. Например, какое? 5 лет гарантия. Кофе? Большое, нормально. Это не бесплатно, 7 раз. Когда ты за Поло приходишь, говоришь, я бы хотел Поло посмотреть, они такие, блядь, он бахилый, одень, блядь, уебок. Да. И сиди вот тут, пока все остальные. Они дали краска в подарок. А, вот так, да? Краска в подарок? Первый год в подарок. То есть чисто теоретически. По трассе уже.